наша деревенская тупиковая дорога. Ой, какая лошадка белая там. Такие прибранные лошади. Посмотри, у него даже прическа наведена. Смотри, грива расчесана, да? Ох, какие вы славные. Этот рябой в веснушках. Этот в веснушках. Мальчик. Мальчик и девочка молодые, да? Видно, что молодые. Вымытые, чистые лошади. Вкусный цветочек. Ты через прутья давай, удобнее же будет, нет? Вот так и будем сегодня развлекаться. Солнца все равно нет. Все, пойдемте обратно. Такой ветер по верхушкам дует. Как будто в Ирландии, а не на Майорке находимся. Решили мы сегодня никуда не ездить, отдохнуть денек. Провести весь день на вилле. Может, вечером съездим, погуляем в Алькудию. Идите в домино подуйтесь или вон в пинг-понг поиграйте. Там, наверное, только ветер, да, в пинг-понг? Ветер. Мячики сдувают. Не знаю, как они там в теннис играют. Такой ветер. Папу кто-нибудь видел? Папу. Папу. Папа. Здесь можно налить коктейль какой-нибудь поставить. В общем, сидели мы целый день дома, а теперь поздно вечером, уже 8 часов, решили отправиться на поиски кладов. Если кто смотрит мое видео, видели, что мы занимаемся геокэшингом, ищем закладки по Ирландии, по всей. Вот решили их поискать и на Майорке. Давай. Эта закладка находится на месте старой угольной шахты. О, как тут красиво, кто бы знал. Давай, иди. Сейчас на месте шахты, это озеро. Да, там на месте шахты озеро написано, там в описании, что на месте... Вот не здесь? Нет? Нет, еще дальше? На месте шахта старая угольная, Егор, была. Мы тут дети сегодня старшие, первый раз с нами ищут клад. Тоже насиделись дома и тоже решили с нами отправиться. А озеро действительно здесь красивое. Вот под этой платформой находится. Она маленькая, она может быть в виде камня быть. Банка какая-нибудь. Вот эти как два просы будут. Давайте ищем. Да, ну. Оно? Где мама нашла? Тут вот нашла под кустом. Что там? А бумажку? А взяли? Ручку. Ручку не взяли. Ну, как вы так? Есть у кого-нибудь ручка? Нет. Нет? Давай, сколько народу зашло? Нашло. Ну-ка посмотри. А мало нашло. Раз. Смотри, в 21 году нашли, в 22 нашло 3 человека всего, в марте месяце. Сделаем, ну ты молодец. Я фотографию на сделаю на память, да? Мы нашли, надо было ручку взять. Надо. Как мы так? Сделать в телефоне. Да, давай. Нет еще, иди до папы. Если бы не закладка, мы бы и не знали, что здесь такое красивое озеро.
Я тебя тоже теперь вижу. Как красиво. Поехали, Миш, к следующей закладке. Поедем дальше. А вот там далеко налево, а мне не видно из-за деревьев. Туда налево. Ну, туда, далеко налево оно. А? Я про озеро. А озеро нет, да? Все, пойдем. А, карьер старый. Все, пойдемте. Выходим. Идем в машину и едем дальше. Да, Никита? Мама нашла эту закладку. Первая. Я, кстати, моя первая закладка. Обычно ходит папа или Миш, или Кирилл. Вот скажи, да, Никита, вот об этих местах, об таких знают только местные. Туристы, мы таких мест не знаем. И не узнали бы. Теперь знаем, что здесь есть озеро, можно пойти погулять, там дорожка есть прогулочная. 20, 17, 14, 16. Судя по карте, мы проехали уже. Мы проехали, скорее всего. Вибрации не было? Нет, нет, не было. Но по карте мы уже уехали. Разворачивайся. Разворачивайся. Подожди. 70. Сдаем назад. Дорога узкая, развернуться негде. Проехали мимо. Туда и обратно не нашли. 50 метров. Бедные собаки с ума сходят. Третий раз проезжаем, не можем найти закладку и, похоже, мы ее не находим. Здесь все заросло, если она и была. Здесь все заросло, да. Если она и была, то уже не найти. Не будем с ума собак сводить. Поедем к следующей закладке. Да, прямо едем, никуда не сворачиваем. Говорю, что прямо, а не сюда. Прямо. Прямо. Не знаю, у меня прямо. Так, будем сейчас вилять. 500 метров. Написано, что пропустить невозможно. Зеленая точка на камне. Сейчас будет изгиб дороги налево. 46 метров. 20 метров. Оп! Зыкала! Зеленая точка. Ну-ка назад сдавай. Прямо сзади нас зеленая точка была. Давай. Тут давай, давай, сдавай назад. Вот здесь, наверное. Да, вот, видишь, какой-то здесь этот самый. Точка. Давайте выйдем из машины. Вот видите, какой-то этот самый, типа колодца что-то. Видимо, под ним. Ну, ищите, выходите. Да, старт, никого нет на дороге. Так, давай. Вот это, наверное, он есть. Давай я подниму. Ну-ка, посмотри, что там. Есть что-нибудь? Колодец? Ну-ка. У-у-у! Старый колодец. Закрывай. Закрывай. Камень клади обратно. Здесь зеленый. Вот это, наверное, получается, что это и есть. Точки, Кирилл, аккуратно, там машина сзади. Точки нет, но сбзыкало здесь. А где еще зеленый? Это и есть. Улитка. Улитка. Все, больше нигде нету камней. Горох есть. Барани. Барашек ходил, овца ходила. Нет, скорее всего, это колодец этот и есть. Да, старый колодец на дороге. Ну что, едем дальше? Миша, на ручник поставь. Поехал, папа покатился. И ты специально так спецом встал поперек дороги. Ну вот колодец старый нашли, глубокий очень. Колодец. On the stone. On the stone. Нету гриндота, но колодец есть. 1,5. Микро должна быть. Микроточка? Ну да, микро закладка. Ого, что минус. Нету? Ого, что минус. Не видим мы зеленых точек здесь. Здесь только камней, их ветром развалило. Только эти вижу. Это горошек? Горошек. Горошек.
только, говорит, эти вижу. Горошек, изюм в шоколаде видит только. Дети скисли, вторую закладку не нашли, искать перестали. Ладно, поехали к следующей. Следующий в Алькудию. Все, поехали к следующей в Алькудию. В поисках следующей закладки мы забираемся в гору. О, бегуны. С горочки-то хорошо бежать. Забираемся выше. Дельтапланеристы с этой горы летают. Там наверху находится закладка. Отсюда Алькудия как на ладони видна. О, как красиво! Да мы еще не доехали до закладки. Порт, видите порт? Вон порт вижу я. А мы вон ту гостиницу. Миша, аккуратно, пожалуйста. Ой, как страшно. Ой, как я эти горные дороги боюсь, этих горных дорог. Как страшно-то. Внизу порт Алькудия. Там старый город. Они вперед убежали уже за закладками. Здесь вышка. Я бегу за ними. Тут козы. А я не знаю, куда они ушли. Миша, вы где? Я тут... Где дорожка? Тут козы. Я еще, оказывается, не туда ломанулась. Ой, как эти тарелки гудят. А там козы. Там козы много, коричневые, рыжие, черные. Ну, это что, Кирилл? Прохладно тут наверху, совсем холодно. Это что? Где-то вот здесь должны что-то погибнуть, видимо. Kneel down and pray for them. Пока они тут ищут. Ой, холодно как. Все, наверное, я не хочу больше ничего искать. Давай это будет наша последняя закладка, Миш, холодно. Нет, больше я не буду искать, я больше не хочу, холодно. В кустах ищите. Та была в кустах вот так под травой. Как она выглядит-то хоть? Заберись-ка сюда, мне Миша говорит. Меня сейчас сдует отсюда, мне холодно. Ты посмотри. Ну, смотрю, лес. Лес, горы. Да, красиво, только холодно. Ну вот, не нашли мы эту закладку. Больше искать не будем. Но благодаря этой закладке мы зато на виды полюбовались вокруг. Дети в машине старше остались, замерзли. Сказали, не пойдут с нами искать. Все, едем в Алькудию. Ох, какой вид красивый здесь. Есть параглайдер, там два памятника параглайдера. Два этих самых погибли. Два, как они называются? Этих, для планериста. Все. Все, начинаем мы спуск с горы. Здесь там гоу-карты есть. Да, я знаю. Все, осторожно. Самое страшное закончилось. Почти спустились. Ну, не почти, но уже не так страшно. Нет этих обрывов слева и справа. Где они? Вот. Все, отправились наши друзья, товарищи гулять в город, а мы на пляж поехали. Мы настолько были заняты, что нам за неделю ни разу не хватило времени доехать до моря. Нет, мы один раз доехали, но мы были не здесь, мы были в Алькудии, а сейчас мы приехали туда, где нам нравится. Тут, наверное, прохладно только. Платье де Мура. Да, в платье де Мура. Платье де... Здесь песок лучше, чем там у Алькудии, он сухой. И волны. Видишь, какое здесь море красиво. Жалко, что мы... Да, жалко, что мы приехали поздно. Вот это песок.
Да, Алькудия там вдалеке. 7 километров пляжа. С зонтиками. Ну чего, Кирилл? Пойдемте в ту сторону, хоть против ветра пойдем. Немножко. Не хочу по ветру идти. По ветру пойдем. Не против, а по ветру. Чуть-чуть погуляем. Здесь красивый пляж. Лучше, чем в Алькудии, да? Что он написал? Кирилл по-русски пишет. Кирилл здесь был. Вместо буквы Б русской написал Б английскую. Получилось, Кирилл здесь был. Все, едем домой. Погуляли, проветрились. Забираем старших детей с Алькудии и уже домой. Здесь столько этих водорослей, похожих на авокадо. И почему авокадо-то у меня? Киви, да? Дома-то как хорошо, да, Кирилл? Да. Все равно прохладно вечером сегодня. Вот, Кирилл, какой цветок здесь пахнет? Я как каждый раз хожу и не могу понять, чем пахнет. Таким... Это не герань, герань не так пахнет. Ой, я знаю. Бассейн красивый с подсветкой. Иди сюда. Этот цветком. Каким цветком пахнет? Смотри, Лена, здесь тоже можно сесть. Да? Я знаю. Это тимьян, нет, это не тимьяном пахнет. Ой, здесь вообще хорошо, здесь не дует. Здесь хорошо. Кирилл. Эй! Маракас, да? Бубны. Вот как спать-то неохота. Тянем резину. Давай, Кирилл, иди, 11 час времени уже поздно. Все, пойдемте домой. Сегодня такой ленивый день. К вечеру только раскачались. Раскачались к вечеру, съездили в город. Так весь день провели на вилле.